Можно ли делать висцеральный массаж в области печени, желудка и кишечника для улучшения? Нет, вы ничего не улучшите. Вот реально ничего не улучшите. Это просто, ну вот, даже, слушайте, без комментариев, наверное, да? Ну, висцеральный массаж. Помните, помните кишку. Она что, перестанет из-за этого болеть? Ну, нет, ну вы серьезно? Ну, вы серьезно? Окей, вы можете ее передвинуть. Она все там висит. Она все встанет на свое место. Ничего не поможет. И положение кишки, кто-то про спайки спрашивал, не помогает это. Не помогает. И спайки ни на что не влияют. Если кишка болеет, если внутри нее избыток микробов, двигайте, мните, жмите, короче, газики перейдут в другое место, в моменте перестанет болеть, вы скажете, ого, это помогает, и все равно завтра все вернется. Вы подвиньте кишку туда, вот так вот два раза сделаете, и она встанет на свое место, потому что она в животе висит на брыжейке. Это знаете как? Это вот как взяли что-то вот так вот, подвесили, вот, и она вот так вот, и она висит, и она так болтается, да? После нескольких переворотов все вернется. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле.